А что за сайт смотришь? А этот сайт называется Country Matters. Он показывает, сколько всего людей проживает на Земле. О, как цифр много. Да, сейчас на Земле есть такая проблема, которая называется перенаселение. А что, нам теперь места хватать не будет? Нет, проблема не только в численности, но и в перепотреблении. В некоторых странах на одного человека уходит очень много природных ресурсов. Давайте поиграем в такую игру, которую назовем «Решаем проблему перепотребления». Давайте! Не буду просить у папы, чтобы покупал настоящую елочку. Пусть растет в лесу, но мне и такая сойдет. Мой тарелки в тазике, так ты сэкономишь воду. Чтобы не съедим, мы отдадим птичкам. Надо экономить электричество, чтобы всем хватило света. Я победила! Нет, я победила! Девочки, в игре «Решаем проблему перепотребления» все люди победят, если будут поступать, как вы.